Было настолько сложно оценивать выступление. Все команды выступали очень хорошо, очень эффектно. И мнение у жюри, конечно, очень разделялось. Но каждый проставлял оценки сам. И по результатам, когда в компьютер занесли, по баллам вышло вот так, именно так, как вот было объявлено на выступлении. Первое место «Орион Арт», второе место «Большой праздник» и третье «Салюты лучших коллекций» СЛК. К сожалению, очень было жалко давать третье место, потому что хорошая программа, но там технический сбой произошел, что-то перегорело. Вот. Поэтому мы все сейчас еще совещались, обсуждали то, что вышло. Как-то, ну, в принципе, достойно. Все это, жюри было абсолютно независимо. Не было заинтересованных лиц в чем-то, что кому-то первое, кому-то второе, третье там место давать. Поэтому вот как получилось, так и получилось. А можете чуть-чуть подробнее рассказать, чтобы гостям, да, фестиваля стало понятно, в общем-то, по каким критериям вы оцениваете команды? Там несколько критериев было. Значит, это, ну, один из критериев, сама композиция, это основное. Как что, как соответствовали изделия, соответствовали замыслу самой композиции. Второй критерий – это была четкость выполнения программы. То, что задумано. Мы все профессиональные пиротехники в жюри. И знаем, что получается, что выходило, что не выходило, где синхронность, есть ли это техническое исполнение, и были ли допущены ошибки у команд какие-то. Вот. Факт задымленности, это было в критериях, мы убрали сразу же, потому что, ну, сегодня не повезло. Повезло с погодой, что нет дождя, но не повезло то, что садится туман, что очень большая влажность, поэтому этот факт мы убрали из судейства и не отмечали. Ну, и еще очень важный критерий, это синхронизация с музыкой. Не у всех она была идеальна, но, в общем, места были как раз проставлены по всем критериям, этим, именно так, как вот оно получилось. Общее впечатление о фестивале? Фестиваль замечательный, он имеет право на жить и должен жить. Вот. И я думаю, что каждый год он будет все интереснее и интереснее. Потому что и команды очень сильные приезжают сюда выступать, в Смоленск. Вот, и все гордятся своим участием команд. Надеюсь, мы когда-нибудь еще увидимся как выступающая команда на вашем фестивале. Спасибо вам большое.